На след гражданки России, уроженки Украины, сотрудники ОФСБ России по Самарской области вышли в апреле в ходе комплексных оперативно-розыскных мероприятий. Выяснилось, что бывшая гражданка Украины причастна к сбору и передаче неустановленному лицу информации в отношении объекта военной инфраструктуры и мест массового пребывания граждан, а также к сбору компонентов для приготовления зажигательной смеси. Злоумышленница задержана сотрудниками УФСБ после закладки в тайник полиэтиленового пакета, в котором находились вышеупомянутые химические компоненты. В ходе обследования ее автомобиля изъяты средства мобильной связи, в которых выявлена переписка с неустановленным лицом, представлявшимся сотрудником одной из военных организаций Украины. Как выяснилось, задержанная является сторонницей украинских вооруженных формирований, и указанный предмет она купила, чтобы передать неустановленному лицу для совершения им поджога на территории площади Куйбышева в период проведения международного антифашистского фестиваля с 1 по 6 мая с участием более 1000 человек с целью воздействия на органы власти России и склонения их к отказу от проведения специальной военной операции. Что тут делаете? Нахожусь. С какой целью? Можно я потом отвечу на вопрос? Тут же в переписке есть. Наш человек его заберет и 1 мая на площади Куйбышева совершит поджог. Это от кого сообщение? Как с ним мы познакомились? Сам человек написал. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению сообщников. Виктория Шара, события.